меня не покидают мысли, что я смогу сесть на шпагат. Не знаю, получится у меня это или нет, потому что мышцы у меня очень деревянные. Вот, ну, тем не менее, я буду стараться, пытаться. Вот, потихонечку занимаюсь, как могу растягивать. Но результата прям какого-то сумасшедшего я еще не достиг. Вот, поэтому надеюсь на то, что Андреич справится. Ветер сегодня сумасшедший, поэтому падает все. Я поплавал после двух месяцев. Вот сейчас немножечко растяжу. Короче, деревянный вообще жестко. Мой шпагат. Я их еще пока сегодня не растягивал. Нет, это не шпагат, да я еще тянулся. Так, вообще есть кто меня еще смотрит хоть? Вот этот дикий ор выше гор. А, 33 градуса. Ребят, 33 градуса. Вот так вот. Все спят, наверное, да, уже поздно. Ну что, верите в Андреича? Он сядет на шпагат когда-нибудь. Шпагат, конечно, только сложный. Поэтому надо очень сильно работать, трудиться, чтобы получилось. Дурака валять не получится. Так, не сядет. Через месяц не сяду? Ну ты ошибаешься, я смогу сесть через месяц, поэтому... Вы же понимаете, что чем больше вы говорите, что я не сяду, тем больше мотивации мне сесть. Поэтому вы можете все что угодно говорить. Если Иван Андреевич что-то решил, ну пускай может не через месяц, но я буду стараться через месяц это сделать. Привет, Ваня. Ничего, ничего, прорвемся. Всем бывает тяжело, все испытывают сложности. Но зато, представляете, если так получится, что Иван Андреевич все-таки сдержит свое слово. Ну, мачо, мачо, что сказать? Да не мачо. Мне еще до мачо. Колхозник. Я себя называю не мачо. Это самокритика, ребят, ни в коем случае. Я всегда стремлюсь к лучшему, но до мачо мне еще очень далеко. Я на животное ел без кача. Ну, это на самом деле из-за малого подвижности. Мало двигаешься, когда такая херня происходит. Вот. И питание не соблюдаю, но солнце лупит вообще сумасшедшее. После силовых, да, ребят, после силовых это вообще невозможно, мне кажется. Раньше сидел, вот я занимался гимнастикой, акробатикой, прыжками в воду. Но я тебе больше скажу, что даже тогда я не садился на шпагат. Вот я сальто умею прыгать, а вот на шпагат вообще тяжело мне садиться. Есть упражнения, если их делать, то все будет чики. Прямой эфир такой, который валится. Надо, наверное, просто вот так вот сделать, тогда он не будет валиться и чуть подальше. Да. О, вот так. Способный. Я стараюсь. Может кто-то со мной позади? Позаниматься со мной.
или советы, может, какие-то есть. Это вот эти мысли растягивать. Кто мог подумать, что я вообще когда-то мне захочется на шпагат сесть? Поперечная — это вообще беда, и она сейчас будет держать. Вот мой поперечный максимальный, прикиньте. Продольный, видите, полегче. Но я надеюсь, я на продольный сяду. Я буду стараться. Неделю назад я и так не садился, вы будете смеяться. Поэтому есть упражнение. Я уже тут с девочкой одной познакомился, она мне рассказывает про шпагаты. Короче, надо сначала такие упражнения делать. Потом такие. Блин, ну у меня очень суставы болят, вот эти. Я не знаю, кто занимается, знает, когда при растяжке вот такие суставы болят. Ладно, надоел я вам. Все, отключаюсь. Обнял, поднялся. Солнце светит.